Всем привет! Вновь коротенькое видео. Клиент Сулан-Эде. Александр, привет. Заинтересовался, сколько коконов. Отсылали, как всегда, по 1000 коконов. По 1100. 1000. И он был удивлен, что ты, говорит, много малька. Вот мы решили провести эксперимент для себя, ну, и снять заодно. Все вермеры, как большинство вермеров, утверждают, что один кокон, один ювелир. Ну, Саша заинтересовался, с ними вот отобрали 50 коконов. Вот они. Кажется, мало. Вот они, коконы наши. Вот это 50 коконов. Их не видно практически. Вот. Сделали ясельки, как мы уже делали. И вот сейчас мы их сюда заселим. 50 коконов эти. Запишем дату. Ну, подождем. Подождем долго. Видео такое. Долгосрочное. Вот. И через какое-то время. Вот так. Снимем еще видео. Все-таки. Сколько с полтинника коконов вылилось в винил. Да, я замечал, как бы, такие маленькие отклонения, что вот заселишь коконы 1200, 2400, когда начинаешь расселять, и в итоге откуда-то берется много червя. Ну, может, так это все глядится, смотрится, не знаю. Ну, посмотрим. Всем удачи, счастья, любви, здоровья, мир вашему дому. Пока.